Я встретиться, Господь, с Тобой хочу, как с лучшим другом, нет, не как с судьёю. Минуты той с надеждою я жду, чтоб наяву склониться пред Тобою. Хочу увидеть раны от гвоздей и, как Мария, сесть у ног пронзённых, внимать святым словам Твоих речей, вкушая даром этот хлеб духовный. Хотела б я с Тобой поговорить не для того, чтоб только оправдаться, чтоб многое могла бы изменить, коль заново бы жизнь могла начаться. Я лишь могла б, главу свою склоня, благодарить за то, что без упреков Ты столько раз, Господь, меня прощал, не вспоминая мне мои пороки, благодеяний мне не счесть Твоих. Записано все в книгу книг живую. Как Ты, Господь, у любви своей велик! Уста мои смолкают пред Тобою. Дай каждый миг, пока еще живу, так дорожить Твоей пролитой кровью, что в трепете земной свершая путь, Голгофский крест Твой постоянно помнить. Я встретиться, Господь, с Тобой хочу, как с лучшим другом, нет, не как с судьёю. Минуты той с надеждою я жду, чтоб наяву склониться пред Тобою. Слава Господу!